Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать ветряк из пластиковой бутылки своими руками. Он укажет вам направление ветра, отпугнет кротов и птиц. Он оживит ваш участок. Эта самоделка очень простая в изготовлении. Для изготовления ветряка понадобится пластиковая канистра, пластиковая бутылка. Газовую горелку нужно поджечь. Большой гвоздь разогреть на огне. Раскаленным гвоздем прожечь бутылку насквозь. На пластиковой канистре нужно нарисовать две линии. Это я рисую лопасти. Я не художник и рисую я не очень хорошо. Не судите меня строго. Канцелярским ножом в канистре нужно сделать прорезь. Ножницами вырезать пропеллер по нарисованным линиям. Также можно пропеллер вырезать из жестяной банки. Получился пропеллер. Посередине в крышке у бутылки нужно дрелью просверлить отверстие. Также просверлить отверстие посередине пропеллера. Сверлом большего диаметра расширить отверстие. Теперь понадобится строительный фен. Пропеллер феном нужно разогреть. Разогретому пропеллеру нужно задать аэродинамическую конфигурацию и дать ему остыть. В просверленное отверстие в пропеллере нужно вставить саморез и его вкрутить. На саморез надеть гайку. Саморез с пропеллером вкрутить в крышку у бутылки, но не до конца, иначе пропеллер вращаться не будет. Большой саморез вставить в отверстие, сделанное в бутылке, надеть шайбу. Ветряк установить на колышек и саморез закрутить. Колышек вместе с ветряком воткнуть в землю. При незначительном ветре ветряк работает. Это отличная самоделка из подручных материалов. Укажет вам направление ветра, отпугнет кротов и птиц, оживит ваш участок. Кому такая идея для самоделки была полезна, оцените, пожалуйста, лайком. Те, кто еще не успел подписаться, подпишитесь. Впереди ждет очень много интересного. Всем удачи и добра!